В детском саду сегодня? Да. Классно? Да. Вы сегодня гулять не ходили? Сегодня очень холодно. Да, да, да. Нет, не ходили. Да, мама. Так если вы не ходили, холодно. Да, мама. Ходили, что ли? Да. Померзли немножко? Нет. Не замерзли? Держи. Нет. Держи. Да. Замерзли немножко? Да. Лопатку брал на прогулку? Да. Молодец. Нет. Не брал лопатку? Нет. А вот ведь у тебя лопатка-то в шкафчике надо было взять. Не, мама. Не стал брать? Дома. Домой забирать будешь лопатку? Сейчас. Ага, хорошо. Сейчас, мама. В саду оставишь? Да. Ну ладно. Все, мама. Все. Давай я тебя заправлю да. чуть-чуть. Папа. Садись. Папа. Папа на работке. Держи. Ой-ой-ой, как папа. Это ой-ой-ой? Папа денежки зарабатывает. Держи ручками, держи носочек с двух сторон. Артём, за резиночку тяни. Молодец, подтягивай. Вот, молодец. Держи вторую. Давай, помогай маме. То есть мама-то не умеет носочки правильно одевать. Мама только тебя может направить, настроить. Вот так. А где кофточка? Нет, а ты сегодня, где? А ты спал в детском саду сегодня? Да. Спал? Ой, папа. Папа звонит? Да. Сейчас перезвоним. Держи кофточку. Так. А кашку кушал? Да. Каша вкусненькая да. была? Да. Все скушал? Да. Как? Сильный сразу же, да, стал от каши? Нет. Не стал сильным? Нет. Почему? Почему не стал сильным? Дима. Дима стал сильным? Нет. Дима тоже не сильный? Нет. Он тоже кашу не всю скушал? Нет. Ай, какие вы ребятишки. Мальчишки. Ребятишки, мальчишки. Кто там? Присаживайся. Дима. Дима там? Нет. А кто там? Кто за тобой наблюдает? Кто за тобой наблюдает? Кити. Это друзья твои? Кто? Кто там? Это твои друзья? Кутиня. У тебя есть? Кутиня. У тебя есть друзья? Мам. Подожди. У тебя Мам. Друзья есть в садике? Да. Как зовут? Кутиня. Полина? Да. Еще какие друзья у тебя Тим. Есть? Тим. Еще? Папа. Катя. Еще? Катя. Полина. Молодец. Вставай. Да. Вставай. Подожди. Устал, что ли? Да. А чё, от чего ты устал? Устал в садике быть? Да. Да ну, в садике так хорошо. Мам. О, в садике так хорошо. Помоги маме шапочку надеть. Нет. Нет, держи ручками. Помогай маме, мама уже не умеет. Вот так, нет, 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 Артём. Сначала нужно надеть шапочку, все хорошо, заправить, подправить. Вставай. Нико. Сам, мама сейчас тебе поможет. Как Нико? Все. Давай, помогай. Ручками держи замочек. Поехали. Головку поднимай. Вот так еще, чтобы не прищемить. Давай сразу же рукавички наденем. Присаживайся. Нет. Нет, на улице очень холодно, Артём. Очень холодно. Хочешь, я тебе что-то дам? Хочешь, я тебе что-то да. дам? Да. А ты сосчитаешь? Да. До пяти. Да. Давай считай. 1, 2, 3, 4. Яблоко. Поехали домой? Нет. Дома. Не домой? Нет. А куда мы поедем? Подстригаться? Да. В машинку? Да. Руль крутить? Да. Пойдем скорее ботиночки надевать. Пойдем. Пойдем, пойдем. А где у Артема ботиночки? Тимины? Это Тимины? Да. А где у Артема ботиночки? Где? Вот они. Нет. Давай надеваться будем. Нет, это не твои. У тебя такие же ботиночки? Кати. Осенние, это Катины, да. Давай нет, ножку. Кати. Ножку давай. Не Кати. Не Катины? Нет. Сначала правую. Кап-кап. Кап-кап? Нет. А что такое, Катины? Нет. А чьи? Вон Катины. Вот это Катины? Нет, вон Катины.
Катя. Это Катина. Давай скорее ножку. Давай, жарко. Нет, левую давай. Мы же правую надели. Кипи. Кипи. Кипи? Нет. Кристинины? Давай пойдем. Ну давай выйдем, закроем дверь, это холодно. Правой рукой держись. Подожди, я тебе яблочко вот сюда вот. Вот сюда вот. Давай ручку. Правой ручкой держимся за перила. Снег. Правой рукой держимся за перила. Что случилось? Снег. Много снега, да? Снег. Выпал белый снег. Собака? Да. Где собака? А, вот они следы от собаки. Да. А, вот мама не поняла Артема. Да, там собака. Поехали. Я гоню. Выгонишь собачку? Да. Нет, собачку нельзя выгонять. Здравствуйте. О, царапается спина. Давай. А, яблоко вытащить? Да. Ну, давай вытащим. Артём, вот оно яблочко. Вот оно. Пойдем давай. Ну? Все. Кто все? Снег. Снег, Артём. Артём, скажи, снег. Сугробы. А снег каким цветом? Белый. Пушистый. Собачка бегала, да, по снегу? Нет. Это следы. Это следы. О. Где кто? Где собака? Я не знаю, где собака. Не там. Нет, не там собака. О, холодно? Вот. К нам пришла зима. К нам пришла. Ай-яй-яй. Как ай-яй-яй? К нам пришла зима. Ай-яй-яй. Папа, Саша. Папа, Саша? Да, ай-яй-яй. Как это? Папа на работе. Папа не смог за тобой сегодня приехать. Где наша? Скажи, машина. Наша машина. Да, наша машина. Двигаться поедем, да, Артемушка? Пошли, ты куда пошел-то? Пошли. Вспоминай, где парикмахерская. В снегу-то потерялся, нет? Нет, вспоминай. Где? Где? Нет. Как это нет? Не помню. Вот, узнал? Идем, да, конечно. Артема уже ждут. Сегодня по времени. Да, вот наша парикмахерская. Заходим? Да. Аккуратно, скользко. Плитка скользкая. Давай мама откроет. Помогай. Нет. Да, тебе, конечно, заходи. Открывай двери-то. Да. Ну, так открывай. Ножки вытирай. Опа. Ну и чего ты разлегся? Давай ручку. Скользко, я тебе говорила, что скользко. Поднимайся. Сегодня сам. Без меня.
Артём, посмотри на маму. Ой, ты красавчик. Что там такое? Кнопочки? Там кнопочки? Мам, о. Мам, о. Поехали домой. Лёй. Руль. Бери синюю лавочку. Присаживайся. Синяя лавочка. Дома синяя. Дома тоже есть у тебя синяя? Да. Давай я подержу чуть-чуть. Садись. Садись. Все? Сел? Раска-раска. Корни? 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 Это черный цвет. Корни? Серый. Коричневый. Корни? Ана? Йори? Мам? Йори? Правильно, правильно. Ана? Йори? Оранжевый, Ана? Желтый. Йори? Ана? Зеленый. Один зеленый. Один зеленый. Один голубой. Один голубой. Один синий. Угу. Один фиал. Один синий. Там. Что, мама? Ой. Кон. Молодец. Мам. Вау, беги. Нет, это машина. Но этот кусочек видео я снимала несколько дней назад. Очень мне стало жалко пропадать отснятому материалу. Борщ готовим из говядины, убираем всю лишнюю ненужную пену. Также мне нужно пропылесосить. У меня уже практически готова моя зажарочка. Также добавляем томатную пасту. Вот такие соусницы я заказывала на Валберис. Артикул я вам оставляю. Кого заинтересовало, прошу прощения, заказывайте. Очень удобно. Ну и, конечно же, куда мы без стирки. Накануне я меняла постельное белье, поэтому грязного белья скопилось очень-очень много. Но белье грязное я стараюсь не копить, так как сейчас что днем, что ночью у нас один тариф. Поэтому по мере поступления грязного белья стараюсь сразу же белье запустить в стиралку. Но тут мясо мое готово. Убираем мясо на тарелку. Также в кастрюлю спускаем капусту, картошку. Подливаем воды по мере необходимости. И начинаем заниматься нашим мясом. Последних несколько лет мясо мы не покупаем, так как у Саши родственники живут в деревне, и мясо мы возим из деревни, свое домашнее мяско. Но тут, кто обратил внимание, я улыбаюсь, меня насмешил Артём, он заглядывает в камеру, очень хочет вам передать большой привет. Беги! Ты посниматься хочешь немножко, маленький ютубер? Пока резала мясо, Артём сидел хлеб сухомятку кушал и выглядывает. Я говорю, ты посниматься что ли немножко хочешь? Скажи всем привет. Привет. Это я. Артём. Это я, Артём. Хлеб съел и заглядывает, снимаю я или нет. Ты чей сын? Мамин сын. Папа сын. Мамин сын и папин сын. Да. Молодец. Молодец. Да? Да, конечно, ты молодец. Кто там? Кто там на тебя смотрит? Я. Ты смотришь сам на себя и мама?
А еще на тебя смотрят подписчики. Что такое? Папа. Папа. Это Божья Матерь, Тёмочка. Это иконка. Мама. Это мама? Я. Нет, это Тёмочка, не ты. Вы я? Это ты разве? Ну хорошо, пусть будешь ты. Скажи всем пока-пока. Пока. А в тебя не видят? Выгляни. Скажи пока-пока. Пока. 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 Но тут мой борщ практически готов. Добавляю нашу зажарочку в кастрюлю. Также я добавлю свои любимые специи. Вы добавляете те специи, которые вы любите и которые есть у вас дома. Ведь мы живем все по средствам. Борщик мой готов. Вот такой он получился густой, наваристый. Прикрываем крышечку. Выключаем плиту, и наш борщичок готов.